Грамоту и памятный знак 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи получила Гульнара Салахова, учитель физкультуры Губкинской 4-й школы. Валерий Лебедевич отметил, что, вручая такие награды, испытываешь гордость за своих коллег, за людей, с которыми долгие годы трудишься плечом к плечу. Гульнара Салахова в профессии 21 год, последние 15 лет живет и работает в Губкинском. Результаты вашей работы, они сегодня выражаются в успехах ваших учеников на самых различных площадках, включая площадку и президентские состязания, где... У педагога с таким стажем наград немало, но такого уровня она первая. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я искренне поздравляю, вручаю грамоту от президента, ну и вот такой красивый, так сказать, знак с олимпийским здесь факелом, который горел все дни и, в общем-то, нацелил на лучшие результаты. Гульнара Салахова – активный участник спортивной жизни города и региона. Своим оптимизмом заряжает и подопечных, учеников, которые привозят награды с соревнований различных уровней. В марте 2014-го Гульнара Салахова стала участником исторического события – эстафеты Паралимпийского огня. Большую гордость испытываю за себя, за свою школу, где я работаю, за всех своих коллег. Они тоже причастны ко всему тому, что я делаю. Грамоты и памятные знаки за большой вклад в подготовку и проведение Олимпийских игр в Сочи получили по стране сотни людей. Правительственная награда вполне заслуженная теперь есть и в Губкинском. Ведь, как отметил Владимир Путин, победа нашей страны в 22-х Олимпийских играх – заслуга всей России. Всех, кто готовился к этому событию, участвовал, болел и побеждал.